Всем привет! С вами я, Виолетта, и в этом видео я хочу сделать обзор на раскрасочку рождественские мандалы. Очень классную и уютную раскрасочку, в общем, вот этого автора, Коко. Фамилию боюсь исковеркать. Ссылочки на Инстаграм, а также на эти раскраски на Амазон я оставлю в описании. Вот, и если вам неудобно заказывать через Амазон, так как там достаточно дорогая доставка, вы можете приобрести эту книгу в группе Артнара, ссылка тоже будет в описании. Мне очень понравилась эта книжка. Я когда ее увидела, поняла, что она соединила в себе все то, что я так люблю. Это узоры и, собственно, рождественскую тематику. Раскраска у меня напечатана на амазоновской, так понимаю, бумаге, то есть это обычное издание, такое весьма, ну, не самого лучшего качества, скажем так, вот, то есть раскраска на склейке, но, кстати говоря, склейка, ну, адекватная, потому что вот мандала не там внутри, и вы можете так положить спокойненько, и не должно ничего развалиться. Вот. Ну и бумага здесь такая, она не предназначена, мне кажется, для каких-то классных арт-материалов, хотя тоже, я не знаю, я карандашами в этой раскраске не планирую раскрашивать, ни акварелью, ни карандашами, здесь у меня исключительно будут фломастеры, гелевые ручки, возможно, где-то еще будут маркеры. Вот, ну как по мне, иллюстрации очень классные, они супер именно вот милые, уютные, действительно рождественские. Вот эта картинка мне очень нравится. Я знаю, что многие, как и я, любят новогоднюю тему, а также мандалы. Вот посмотрите, какая классная мандала. Вот, и мне очень нравится, что здесь не повторяются элементы там по 8 раз, то есть максимум вот 4 раза. Это классно, что не надоест одних и тех же снеговиков там 8 раз лепить. Вот, в принципе, 4 раза вполне, мне кажется, адекватно для мандалы. Вот эта картинка тоже очень крутая. Вот опять эти котятки, единственное, они вот повторяются. В начале были. Вот, как вы могли заметить, в начале есть еще тестовая страничка, тоже довольно удобно. Можно подобрать цвета, материалы, попробовать на этой бумаге. Обложка, кстати, у этой раскраски очень приятная, такая soft touch. Довольно классно. Вот это тоже очень милая иллюстрация. Вот, самое главное, что картинки односторонние, поэтому спокойно их можно и... Ой, кстати, Лас-Вегас напечатаны в США. Можно и какими-то супер протекающими фломастерами красить, и гелевыми ручками, не боясь, что они протекут. В общем, мне кажется, это здорово. Обязательно пишите, как вам эта раскраска. Мне очень нравится, я прям обожаю, честно говоря. Уже не терпится начать ее раскрашивать поскорее. Вот. Ну, это было все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.